Следственный комитет ФСБ России по Чувашской республике выявили нарушения при строительстве нового следственного изолятора в Чебоксарах. По версии следствия, представители компании-подрядчика и должностные лица, которые курировали строительство, вступили в сговор и без согласования с заказчиком организовали поставку оборудования, которое по своим техническим характеристикам не соответствует проекту. В частности, в СИЗО были установлены не те лифты, медицинское оборудование, рентген и горелки для котельной, а дымовая труба была необоснованно оплачена дважды. В результате федеральному бюджету был причинен ущерб на общую сумму свыше 7 миллионов 600 тысяч рублей. Обвиняемые во всем признались, дело передано в суд.